Напомню, закон об ужесточении ответственности для водителей, употребляющих алкоголь за рулем, Госдумой уже принят в первом чтении. Согласно документу, максимальный штраф за пьяное вождение, если гражданин ранее привлекался по этой статье, составляет 200 тысяч рублей или обязательные работы сроком до 480 часов или арест на 6 месяцев. Ужесточится также ответственность для тех, кто, будучи в нетрезвом виде, спровоцировал ДТП. Если в результате аварии погиб один человек, виновнику будет грозить от 2 до 7 лет лишения свободы, если два человека и более от 4 до 9 лет.